Саров, мой верный ученик, твой отец тобой бы гордился. Храбрый и благородный воин, сведущий в магии, ты готов к тому, что предназначено тебе судьбой. Отправляйся ей навстречу. Путь твой ведет далеко, в чужие земли. Ты поедешь в свободный город Стоунхелм и встретишься с магом по имени Менелак. У нас с ним есть общий интерес. Сейчас он ищет артефакт, который зовется Черепом Теней. Увы, пока его усилия тщетны, а поиски безуспешны. Ему нужен кристалл. Кристалл Шантири, который мы нашли. Он стоит потраченных сил. Не правда ли? Отнеси его Менелагу и помоги найти череп. И тогда, тогда ты поймешь, чего мы ждем от тебя дальше. Однако, мой мальчик, одного я тебя не отпущу. Тебе понадобится проводник, помощник и, возможно, защитник. Она может преподать тебе кое-какую другую науку. Что прикажете, повелитель? Две головы хорошо, а две в одной лучше. Я должна защищать этого мальчика? Не бойся, больно не будет. Меня зовут